бывает. Машину ломит от риска. Да будет сей пример заразительным. Заряжай! Канна, канна! One man, one race. Man. Тихо, это есть. One man, one race. Подожди, подожди. One man, one race. One man, one race. Эй, Югеп, ну давай, что ты, не могли, блядь. Давай, давай, дружище, погнали, опа. Держи, one man, one race, окей? Кстати, предлагаю, дай парочку. One man, one race, окей, окей. Я бы помогать. Едет вот прямо, как едет здесь. Односторонний, по-моему. Разворачиваться надо. Давай отвернемся от гаишника. По-мексикански, я бы сказал. Отдача! Держи, 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 держи. Они заканчиваются? Окей, 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 one time, окей. Да, так, наверное, даже безопаснее на самом деле, ребят. Они не вырывают, ничего не просто. Лево руля. Вижу 6. Алло. Второй город. Ае. Подавасак. Заряжай. Заряжай. Алло, Ае. Алло. Буду саранай. Вот эта благотворительность, она на Ланкийской, все ее очень любят. Местные, на Новый год, на Ланкийской, опять же, магазины, там какие-то продуктовые, одежды, они все раздают еду. Кто-то мороженое, кто-то соки, кто-то там рис, кто-то еще что-то. И везде очередь, везде вообще местные жители любят поторчать в очереди и получить свою награду, либо сладкую, либо острую. Дают, бери. Ну, тут бродяги работают. Все больше. Ну, да, с пузом, у кого пуза не даем. Айе, субадавасак. Тоже такое бывает. Окей, окей, кам, 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 кам. Айе. Thank you. Thank you, Будда Саранай. О, подожди, бабушка, стой, 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 стой. Брось. Оу. А вон можно было это монахов понять. Просто. Просишь мать, да? А они же так и живут подаянием. Мало, мало! Hello! Нет, вообще на генерала похож. Вообще это все происходит не ради того, чтобы там похвастаться, да, а чтобы показать тебе пример. Сейчас такое время, что ну, надо показывать, что делать. Если не будешь показывать, никто не узнает. День рождения у каждого. У каждого, кто бы здесь не жил на планете, есть каждый день. И хотя бы кто-нибудь 10-й, 20-й повторит, уже будет вообще это очень классно. И это очень приятно. Это такие эмоции, как бы iPhone 15 тоже классно, если бы мне подарили, но... Вот пока я дарю, потом куплю себе его, заработаю. Не ради понтов. Не только ради понтов, конечно. Не честно. Значит, вот ты как маленький берешь и берешь все себе и себе. Мои игрушки, наверное, все мои. А потом ты уже как бы на семью стараешься это распределить. Вот. Потом уже можно какие-то общины. И потом ты уже уходишь. Вот конкретность — это неизбежный уровень вообще. Неизбежный уровень, к которому приходит любой человек. Ну, просветление. Он времени своим дает, либо деньгами, либо еще чем-то. Но делиться это неотъемлемая часть. Из этого не будет вообще. У нас какие-то пути сделать бабушкам? Да. Твоя реакция, да, была? Да-да. Но с другой стороны, ты можешь помочь бабушкам, ты можешь покупать у них вот эту всю, что шляпу они продают. Что, будем хотеть? Да.